празднованию Дня защиты детей сегодня заканчивают подготавливать городской парк с аттракционами. Карусели специалисты ДРСУ уже протестировали. 1 июня планируется запустить все карусели. Те, кто постарше, смогут прокатиться на колесе обозрения и веселых горках. Две карусели заработают для самых маленьких. Интересно, что в этом году аттракционы в день праздника будут платными. Цены, правда, остались на уровне прошлого года. 20 рублей детский билет и 40 рублей взрослый. А вот время работы детского парка продлится на 1 час. С 11 утра до 8 вечера. В принципе, подготовку мы сделали полную. Проверили электрооборудование, провели смазочные работы. То есть все сделали. Уборку мусора произвели в детском парке. Покрасочные работы сделали. Все у нас, в принципе, работы закончились.